русские народные в исполнении армянки. Анжелика Гнесян из Увадского района стала победителем всероссийского вокального конкурса. Среди 250 исполнителей девушка стала лучшей в номинации «Солисты-любители народной песни». Наш корреспондент Марина Климович познакомилась с вокалисткой. Когда русский народный исполняет армянка, все сразу удивляются. Анжелика Аганесян живет и поет в Туртасе. Небольшой рабочий поселок в Увадском районе. Хорошая местная сцена. Здесь она выступает на концертах и оттачивает мастерство. В мае на всероссийском конкурсе «Сибирская частушка» среди 250 человек Анжелика заняла первое место в подростковой группе. Победа за голос, искру в глазах. Я думаю, я хорошо подала их харизмой своей, артистичностью, наверное, вокал раскрыла. Народная молодая певица любит задушевность, но ее репертуар намного шире. У своего преподавателя по вокалу Анжелика занимается с третьего класса. Людмила Кузнецова сразу заметила яркую девочку. И если в тот момент спорт и танцы школьницы давались легко, то вокал с трудом. Первые наши концерты нам не удавались. Мы плакали, страдали, было много фальши. Но это трудяга, которая занимается каждый день. И вот каждый день за рукав. А как, а что, а где? Для того, чтобы быть талантливым, надо этот талант вытащить. Слава Богу, мне удалось. Я очень рада. Это мое учительское счастье. Именно народные песни раскрыли голос, занимаются в Доме культуры. Анжелика признается, что поет теперь не только по учебе, а просто в любую свободную минуту. Свои многочисленные таланты она проявляет повсюду. С 6 класса летом работает вожатой в пришкольном лагере. Отряд танцевальный. Анжелика очень способная, очень талантливая девочка. Можно сказать, что она лучшая ученица, воспитанница моего коллектива. Она всегда придумывает всякие танцы с нами. Она всегда добрая. Она занимается с нами, она нас завлекает, развлекает всегда. О такой любви и поддержке можно только мечтать. В Туртасе многие хотят, чтобы Анжелика пела на большой сцене. Марина Климович, Дмитрий Ларичев, Тюменское время.